3 июня 2024 года в 15 часов 35 минут на улице Гагарина, 2Е в городе Калининграде 35-летний водитель автомобиля КИ при повороте налево на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем марки Toyota под управлением 49-летнего водителя, который следовал со встречного направления прямо. В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летний пассажир автомобиля Toyota получил телесные повреждения. Проезд на запрещающий сигнал светофора остается распространенной причиной дорожно-транспортных происшествий. Будьте внимательными и осторожными на дороге, строго соблюдайте правила дорожного движения, следите за сигналами светофора и не отвлекайтесь от управления автомобилем. Не допускайте движения на запрещающий сигнал светофора. Помните, что от ваших действий на дороге зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения.